Самая дорогая военная награда для Сергея Сергеевича Алехина – за оборону Сталинграда. В 16 лет он ушел на фронт добровольцем. В 43-м году участвовал в кровопролитных боях под Сталинградом. Тогда молодому бойцу пришлось воевать в пехоте, где выжить было труднее всего. То страшное время он не может забыть до сих пор. До начала концерта, посвященного 77-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Сергей Сергеевич рассказал о героизме солдат. Вот когда я услышу, концерт дают, песни военные, у меня невольно, я не хочу, у меня невольно идет слеза. По Сталинградам полегло почти 1,5 миллиона наших людей. Такое же количество примерно и со стороны немецко-фашистских захватчиков. Я хочу сказать, что вот это вот бои, которые шли, понимаете, оно чуть ли не по трупам ходили. Слава Богу, разгромили. Военные песни и стихи, концерт «Ты в памяти и в сердце Сталинград» длился около часа. Сюда пришли ветераны и школьники. Молодые люди признаются, знакомство с героями Великой Отечественной войны для них важно и почетно. В Самаре регулярно проходят патриотические акции, чтобы поддерживать связь поколений. В этом году Россия будет праздновать юбилей 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Самаре планируют масштабное торжество. Елена Малютина, Максим Гусев. События.